В Ульяновске провели практическую конференцию «Растим патриотов России». Своим опытом делились педагоги и работники сферы культуры. Лейла Дмитриева является постоянным участником конференции. В конце прошлого года в составе агитбригады она ездила в новые регионы с гуманитарной миссией. Наша задача – педагогов растить поколение детей, которые осознают, будут осознавать, что такое любовь к родине, культура, что такое традиции, будут знать и понимать историю своей страны. Отличительной особенностью конференции в этот раз стало участие в режиме онлайн представителей администрации города Луганска. По видеоконференц-связи преподаватели детских школ искусств и приглашенные эксперты делились своими наработками и рассказали о новых методах работы по воспитанию патриотизма у молодежи. Вопрос не только в том, что мы должны интегрироваться законодательно, в правовом и юридическом поле. Надо вернуться к тем истокам, которые нас тысячу лет объединяли. Дело в том, что промыли мозги за последние 30 лет, очень серьезные, поэтому те люди, которые, все-таки это представители Малороссии, я-то думаю, те люди, которые сейчас здесь, у них остались еще фундамент, основа тех вещей исторических, культурных, традиционных, которые нас объединяют. В целом, конференция стала не только площадкой для обмена опытом, но и мощным стимулом для преподавателей продолжить свою важную работу по воспитанию нового поколения патриотов России через культуру и творчество. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.